электродепорте миллиметра строя приглашает мужчин в возрасте от 18 до 40 лет на обучение по профессии машиниста электропульса. Последующее трудоустройство. На период обучения выплачивается стипендия в размере 20 тысяч рублей. Заработная плата.
находясь на платформе в ожидании поезда, запрещается заходить в заднюю часть у края платформы. Находясь на эскалаторе, стойте прямо лицом по направлению движения. По возможности, проходите слева. В условиях интенсивного пассажирского потока по указанию дежурного по эскалатору занимайте на подъем правую и левую сторону. Уважаемые пассажиры, благодарим вас.